Северный Кипр, Фамагуста, порт. Вдалеке виднеется город-призрак. Вороша, или не знаю, не помню, как он там называется. Андрей делает звуки призрака. Та часть, на самом деле, это грустная история. Уже 50 лет или 60 лет там просто стоят дома, люди покинули их, гостиницы и все прочее. Вот. И с этой стороны находится мечеть и Андрюша. Ура! Наш новый дом на сегодня. Вот идет Андрюша. А у нас такой каучсерфинг. Сегодня мы будем спать в лодке. Наша скромная каюта. Здесь вот находится постель. Там достаточно места. Кухня. Сейчас что-нибудь приготовим. Это же холодильничек есть. Короче, круто. Сходили в душ. Горячая вода, все прелести. Идем на нашу яхту. Будем готовить кушать. Отдыхать. Я вижу.